пошел в меня. Вот упрямая башка. Можно присесть? Разве я имею право запрещать тебе на свободное место садиться? Права никакого, но тебе может не нравиться пить в моей компании. А почему это ты хочешь со мной выпить? Люблю посидеть в хорошей компании. Ты же меня знать не знаешь. У тебя глаза добрые. Так как? Делай, что хочешь. Каждый делает, как ему нравится. Вот мой сын, например, помереть решил. Он собрался биться с Летанде Авитом по прозвищу Мясник из Цидариса. А значит, он уже труп. Летанде? Это кто такой? Убийца. На войне кругом одни убийцы. Нет, убивать врагов – это тебе не земляков резать. А Мясник это любит. Он в этом деле лучший, самый лучший. Что за драка-то? Так ты ничего не знаешь. Мы сидим здесь неделями, ничего не делаем. А Хенсель такого не любит. Вот он и устраивает забавы. А, ты о рыцарских турнирах. Какие турниры? Это же настоящая бойня. После поединков редко кто уходит на своих ногах. Мы как узнали в отряде, что шестая рота выставляет на арену Мясника из Цидариса, никто не хотел вызываться. Но мы тянули жребий, а выпало Свену. Он не может отказаться? Может, да не хочет. Гонор у щенка. Я просил, умолял, да сын мой упрямый. На что трупу честь? А если бы я тебе помог? Зачем спрашиваешь? Я могу на тебя рассчитывать? Если спасешь моего сына, я для тебя что угодно сделаю. Ты сам сказал. Где мне найти Свена? Он тренируется возле столовой, перед палаткой наемников. Его трудно не заметить. Что ж он в мать не пошел? Почему моя чертова кровь в нем играет? Ты Свен? А кто спрашивает? Тот, кто может спасти твою жизнь. Убирайся. Я обещал твоему отцу помочь тебе. Тогда иди и извинись за то, что ты его обманул. Если тебя убьют, тебе станет легче? Если я струшу, мне станет хуже. Я не предлагаю тебе бояться. А что тогда? Отправишь Мясника со срочным заданием лишить девственности Диву Аэдирна? Мы будем биться парами, и твоя честь останется незапятнанной, как у 12-летней монашки. Зачем ты мне помогаешь? Мне нравится, когда дерутся на равных. Сколько он тебе заплатил? У твоего отца не хватит денег меня нанять. Ты говорил с Мясником? Что ж он в мать не пошел? Понятия не имею, кто почему ты, сука такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Святые реликвии. Что у тебя? Пепси. Вот теперь пойдет на бойню, как телок. Кости. Ясное дело, Кости. А кто здесь еще играет? Зывик, мадам Кароль, лесовик. Но это мастера. Вот если б ты нас обыграл, они могли б сыграть с тобой. Я с удовольствием с вами сыграю. Тогда я первый. Проиграл. Играем?
Ты проиграл. Играй! Дашь мне отыграться? Играем? Проиграл. Играем? Проиграл. Играем? Дай отыграться, а? Будь я проклят! Куда собрался, приятель? Что за дело? Что такое? Говорят, ты и твои ребята мастера на руках бороться. Тебе-то что за дело? Тут забавы для самых сильных. Да и я не слабак. Вот и проверим. Хочешь бороться, давай деньги и начнем. Начали. Но ты могуч. Ищешь что-то? Говорят, в вашей роте служат самые сильные солдаты. Верно, говорят. Поборешься со мной на руках? Почему нет? Если хочешь бороться, выкладывай арены. Начнем. Здоровые у тебя лапища, ничего не скажешь. Ты очень силен для человека. Кого надо? Харчи у вас тут нормальные? Эть, когда как. Когда и мясо в достатке, а другой раз одна каша и табишь хварок. На войне поживиться можно только чужими харчами. Ищешь что? Все носишься? Здорово. Что за дел?
Не отвлекай! Чего надо? И? Я хочу сыграть в кости. Сыграем, если обыграешь Зывика и мадам Кароль. И? Наслушался вражьей пропаганды? А что если она взаправду святая богоизбранная? Приветствую! Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Я ищу Летанда Авито по прозвищу Мясник из Цидариса. Чё надо? Я хочу сразиться с тобой. Вот чудной. Да все в штаны срут, как только я вынимаю свою колотушку. Говорят, в бою ты равен ведьмакам. Брод, я лучше. Посмотрим. Придется обождать. У меня уже назначен поединок. Мы можем драться парами. Я вижу, здесь собрался цвет Каэдвенского рыцарства. Наверняка найдется желающий составить тебе пару. Я Эдвин Лейстхэм по прозвищу Лепесток. Если Лиританде позволит, я с радостью встану рядом с ним. А что тебя, Лепестком зовут? А зачем мне хахаль, который только и умеет, что девкам цветки обрывать? Ты оскорбляешь меня. Я получил такое прозвище, потому что втыкаю цветы в рот убитым врагам. Если захочешь что-нибудь воткнуть ведьмаку, мы договоримся. Видать, завтра опять будем белых резать. Ему удивляться. Без них ни один бунт не упал. И что? Он согласился? Ага. Урод, да? Каких мало. Готов? Угу. Пошли за ними. Ваше Величество! Благородные господа! Солдаты! Через минуту на арене померятся силы и славные Летанде Авит, прозванный Мясником из Цидариса, в паре с которым станет доблестный рыцарь Эдвин Лейстхэм по прозванию Лепесток. Их противниками будут Свен, не пойми откуда, и Геральт из Ривии, ведьмак. Начинайте, и пусть боги благословят победителей! Ничего не понимаю. Побежденным! Наградой в сегодняшнем поединке стал дворянский титул! Милостивый государь наш, король Хенсель, великодушно пожалует этим титулом молодого Свена! Церемония вручения дворянского герба состоится через несколько часов! О следующих поединках уведомят королевские герольды! Слава государю Хенсельту, королю Каэдвена! Благодарю тебя. Ты спас мою честь. Он башку твою спас, балда. Я теперь рыцарь. Сам король должен меня опоясать мечом. Ты родился в хлеву, где твою мать застали схватки 18 лет назад. И этого ты никак не переменишь. Ведьмак, я же сказал, что ты можешь просить чего хочешь. А мое слово не хуже дворянского.
Значит, ты помогал не просто так. Это дело касается меня и твоего отца. Для кого ты все разнюхиваешь? Я не могу сказать. Ты тоже ничего не говори. Слово старого солдата – это тебе не пучок сена, которым гусно подтирают. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Пойдешь к борделю мадам Король и спросишь свистушку Зосю. Мадам тебя проводит в ее палатку, и когда оставит вас одних, скажешь Зосе, что хочешь, чтобы ее улыбка открыла для тебя врата рая. Ну что, мы в расчете? Да. Ты только берегись Винсена Траута. Может быть, он где-то здесь прячется вместе с остальными заговорщиками. Он очень опасен. Детмальд его ищет. А как найдет, нас всех отправят на плаху. Если эта гнида попадет в руки чародея, то выдаст всех, лишь бы выкрутиться. Я буду осторожен. Траут носит чародейские доспехи. Даже тебе он может оказаться не по зубам. Отец ведьмак! Что? Король был так впечатлен твоим мастерством, что приказал устроить турнир. Если так и дальше пойдет, он перебьет всю свою армию, прежде чем выступит на Эйдирн. Это будет рыцарский турнир, а не драка на потеху толпе. Король обещает большую награду победителю. Если захочешь поучаствовать, только скажи. Я буду у арены. Пока жаловать их, я здесь буду посидеть. Одрин! Слыхал новость? Убили Демовенда. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Как служба под командованием Хенсельта? Да никто не жалуется. И нечего совать свой нос в чужие дела. А что мне делать? Ждать, пока глаз падет? Так и с ума сойти недолго. Оба, а? О, боги мои! Здравствуй! Опа! У нас на деревне таких отродясь не бывало. Приветствую! Одрин! Ты где? Одрин! Ты где? Одрин! Ты где? Здравствуй! Здравствуй! Одрин! Ты где? Что такое? Ты молодой. Это твой первый поход? Первый. Поскорей бы уж бой. Молодой, нетерпеливый. Не боишься? Кого? Курдюблей, которыми баба командует. Разнесем их! Всего надо! Это твоя первая война? Да где там? При Хенсельте солдат никогда не схощает. Нам тут хлопот не надо. Чего надо? Что тут делают войска Нильфгаарда? Не знаю. Некоторым они здесь крепко не по вкусу. А я радуюсь. Почему? Пускай лучше нам помогают, чем Эйдирну. Все в порядке? Лучше иди отсюда. Старый Маврик для тебя плохая компания. Разве что ты любишь над кем-нибудь поиздеваться? Я видел, что случилось. Чем ты им не угодил? У меня есть беды посерьезней, чем ссоры со стариками из лагеря. Мои кошмарные сны стали явью, и они очень опасны. Ладно тебе. Кошмары у всех бывают. Рассказывай, что с тобой такое? Однажды ночью я выбрался к реке. Сидел себе, таращился на звезды и не заметил, как уснул. Тогда и начался сон. Снилась мне моя возлюбленная пташка.
Ее груди были такие мягкие, голос такой нежный. Я видел ее и слышал, будто она была рядом. И вдруг ее голос превратился в ужасный клекот. Я аж задрожал. Открываю глаза, а морок не пропадает. Стрекочет, летает, лапы тянет. И как повеяло от него трупным хладом. Тут-то все и случилось. Что? Я никогда не был трусом. В бою не раз отличался, но одно дело человек, а другое морок. Что тут говорить? От страха я в штаны наложил. С тех пор меня называют засранцем. Издеваются. Никто, кроме этих двух пьяных рож, над тобой не издевается. Ты просто не обращал внимания. Я же посмешище для всего лагеря. Зачем ты ходил на реку? Во время последнего похода Хенсельта мы там стояли в одном доме. Мой отряд высматривал, не пойдут ли силы Эодирна через реку. Вот и захотелось мне вспомнить старые времена. А ты был в походе 3 года назад? Был? Да я еле живым ушел. Меня Лива выходила, докторица из борделя. Поговори с ней, она тебе больше расскажет. Она вообще все про лагерь знает. Ты помнишь, в котором часу тебе явился призрак? На берег я пошел сразу, как сменился из караула. Значит, должно быть около полуночи. Не знаю, сколько я спал, но пока добежал до лагеря, уже начало светать. Я помогу избавиться от призрака. Но сам знаешь, ведьмаки берут дорого. Я простой солдат. У меня добра-то пара монет да горсть табаку. Хочешь, бери. Будь по-твоему. Все в порядке? Отлично. Чего ты хочешь? Он дал хоть какие-то показания? Да где там? Уж мы ему раны солью засыпали, все палки о него обломали. Пятки ему прижгли. И ничего. Пытался язык себе откусить. Эльфам, небось, нравится страдать. Может быть, он думает, что свои его вытащат? Да где им? У них не осталось никого. Кто-то целый отряд перебил, всех до единого. О том королевские чародеи у него и узнавали, мол, кто это был, да где он сейчас. Вот и пойми эльфа. Сказал бы, так мы бы его быстро вздернули, и был бы ему вечный покой. А так ему сплошные мучения. Как вы его поймали? Не поймали, а нашли. Хвалиться тут нечем. Он едва живой был. В ущелье лежал, среди трупов других белок. Резня там была лютая. Как будто их какой-то сумасшедший доктор ножиком исполосовал. По жилам бил. Кровище там море. Даже на скалах и то брызги эдакие паскудные остались. Когда это случилось? До того, как эта муть с призраками вылезла. Могу я с ним поговорить? Ты парень свой. Я слыхал, ты здорово нашим помог, так что болтай, сколько влезет. Только осторожней, чтоб сотник не увидал. Не то яйца мне оторвет. Блёде. Вадгерн, чего ты хочешь? Информации. Ты из отряда Йорвита? Да. Я горжусь этим. Йорвит за меня отомстит. Может быть. Тебя схватили из-за меня. Не понимаю. Я предупредил Йорвита, что убийца королей – предатель. Благодаря этому твой командир жив. Ты лжешь. Ты не с нами. Я не говорил, что я с вами. Меня не интересует ни ваша борьба, ни ваш отряд. У меня свои дела. Я преследую этого убийцу, и мне нужны сведения. Ты мне поможешь? Ты знаешь старшую речь? Я не хочу ничего выдать, Тхойне. Да. Итарменен рендун в гест. Эвдесалия мая соп дымая в инслейт. Сэр Херс. Энтед вер. Лето кэмэ инстерте дунверне верт. Эрте драй хай птхойне. Зерите неген вадгерне эсте. Тейне аэрте нох верт. Висы гойн. Аэрли гойн.
Каины хатмер. Тейны тар эймен дюнф. Дахме мёрт. Реквелле эле тейны хайскаэм. Неаме херт. Эстер вильд айп кетен кюн хест. Квентес кюн? Тейны кейны вильте мэрт хор ватгерне. Векян ме тейны трейс. Эн херт ап каэни эсме гетверт. Се эстен кен. Эт дьяволь апарсы гехет. Кен есэ тай трех. Месэ эмэ трех глэйт. Квен тени диар михаэст. Тэнэ не асаэрли. Веде сали не эсэнэ гиирх. Вене асэн тэнэртэль. Не атамэ. Не асэгин ирэ. Эли сэрль? Мэ кенэ. Бэхэн тэт фэн эсэр. Зэрит не аурэ эсэнэ хаэт. Эртеп эгин герте сайк эне трётэн каэм хэст. Терне мауте де арм. Ретайны? Квидьяболе се ретайны верте эрэль? Весене трётэн дрэн хэнсэль гэр левурте хайны. Тэне де арм эле стрэ хайны. Не эсэрте. Не мэрсэ хэрт. Вафайл? Венне аэрли ватгерне ген линги коэн? Не мэсэхт. Эгин энзэрите стэлли коэн. Вайл мёрз Гвинблейд, кёнит байлик. Витэйны имеет Гвинблейд, сиэт эстейп гатэс, энтрейт винэс. Вафайл. Кави желаю! Андрей! Всё, монеты ищешь. Ну что мне делать? Ждать, пока он глаз побил? И? И? И... Свет. Что у тебя, Инти? Все. Чем нам лагерь ведь так?
Цыпа-цыпа-цыпа-цы. Мудрин. Все за чудищами гоняешься? Встретишь двух моих ребят? Скажи, что если на поверку не явятся, я им ноги сгузно повыдергаю. А что они там делают? А то я знаю. Как ни гляну, какой-нибудь остолоп топает из лагеря прямиком в ущелье. Посмотрим. Если встречу, скажу. Удачи. Хороший ты мужик, ага. Если найдешь их, с меня причитается. Чего надо, ведьмак? Видно, что вы любите вашего короля. Он нам как отец. Подойдет, поговорит, по морде потреплет, по именам помнит. Но это не просто заслужить. Надо в бою отличиться. Меня он уже трижды выделял. Это большая честь для простого солдата. В последний раз это уже тут было. Мужичок отравил свой колодец. Несколько человек умерло, многие заболели, и я всю деревню привел в исполнение, ну, то есть в повиновение. Король остался очень доволен, потому как наука вышла такая, что потом даже свои боялись. 2 дня было без бузы. Подошел ко мне, ткнул меня по-товарищески в брюхо и сказал: «Славный из тебя, сукин сын! Если б ты не родился на свинском говне, был бы ты, знаешь кто, королем!» Такой уж он есть. Человечный с душой. Ты участвовал в битве? Ну да. И вспоминать об этом не хочу. На поле души павших продолжают сражаться. Убивают друг друга и превращаются в мерзких существ. В друугиров. Айдирнцы, кейдвенцы, среди них твои друзья. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Эх, зараза. Ну, слушай. Бой начался после полудня. Бурая хоругвь шла в первой волне. Мы попали в засаду. Нас отрезали от главных сил и утопили в крови. Это все гребаная разведка. И Сабрина Глевисик. Она должна была следить за полем боя. Тогда битва уже шла вовсю. Везде, где сейчас эти проклятые борозды, сражались люди. Айдирнские ряды пару раз прогибались. Но прорвать их мы не могли. А все из-за Зельдкирка. Да. У нас был домоправитель, у них Зельдкирк из Гулеты. Светлый, понимаешь, рыцарь без страха и упрека. Первый меч Айдирна. Он появлялся везде, где наши наседали. И изменял ход битвы. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт. Они встретились с Зельдкирком на середине поля. Вот это была битва так битва. В конце концов, домоправитель зарубил Зельдкирка. Рассек беленького от темечка до самых наших яиц. И тогда с неба обрушилась смерть. В воздухе летали куски расплавленной земли. Вся долина была в огне. Проклятая магия гребаной ведьмы. Я обязан жизнью жрецу Кресту. Нашему капеллану. Он вывел меня из битвы и вернулся за остальными. У него был медальон, который хранил от огня. Крест этот всех выводил. И наших, и чужих. Но в конце концов и его пламя достало. Ты вспоминал о жреце. Хороший был мужик. Прямо вот замечательный. Все время был с нами. На марше, в казарме, в лагере и в бою. С простыми солдатами. Фрейя дала ему медальон, который от огня хранил. Не знаю, от чего он там на самом деле хранил, но жрец этот и меня вывел, и многих других. У кого теперь медальон? У короля Хенсельта. Я видел его раз, медальон-то. Не знаю, как он попал к нему в руки, но это он, точно тебе говорю. Ты был под Бренной? Ну да. Намолотили мы там черных как никогда.
Мы когда в битву вступали, реданцы на левом фланге уже бежали в рассыпную. Тоже и с темерскими отрядами в центре. Так что мы очень вовремя подоспели. У нильфов был Менна Кайгорн. Вот это был командир. Все его как огня боялись. Но мы его забороли. Что с ним случилось потом? Бежать он отказался, значит. Зарубили его вместе с остальными. Правда, тело его, говорят, так и не нашли. Ты помнишь, как начиналась битва? Мы форсировали Понтер на третий день после осеннего равноденствия. Айдирнцы нас уже ждали, развернулись в длинную линию под теми холмами. Я помню знамена Венгерберга, Альдерсберга, Гулеты, были рыцари, тяжелая пехота, крестьяне и вергенское ополчение краснолюдов. Все, кроме короля. Было их больше 5000. Генерал Вандергрифт, командующий Каэдвена, вывел неполные 4000. Среди них медвежьи головы, лучшие среди лучших. Панцирная пехота из Арт-Карайга и белые лисы с севера. Кроме того, были мы, бурая хорукв ветераны Брены. Айдирнцы нас ненавидели пуще моровой язвы. Но прежде всего у нас был Вандергрифт, домоправитель. Может, и был он самый настоящий выродок, зато в войне разбирался, как никто другой. Ты служил в бурой хоругве? А как же? У Хенсельта не было лучших вояк. И не будет. Если бы не мы, не видать бы победы под Бренной. Я не видел в лагере знамени бурой хоругви. И не увидишь. Нету больше хоругви. Все. 3 года назад Харунжи Экхард Хеннесси последний раз нес знамя в бой. Маге Глевисик? Хуже. Айдирнская пехота, чтобы их вши заели. Бурая хоругвь, гордость Каэдвена, потеряла свое боевое знамя. И сама почти целиком полегла. Нас отрезали. А домоправитель не выслал нам никакого подкрепления. Бурая должна удержаться. Бурая бывала в говне и похуже. Бурая справится. По 7 айдирнцев на каждого. Вот мы, сука, и не справились. 2 сотни ребят отправились в бой. А вернулось едва ли 7 десятков. Но на этом, сука, не закончилось. До сего дня дожило едва ли человек 20. Самоубийство, водка, фистах, кое-кто пошел грабить на большаках. Кто закончил в петле, кто в канаве. Воспоминания, они, сука, убивают не хуже стрел. А солдат и защититься от них не умеет. Я должен найти знамя. Говорят, оно покоится в катакомбах под Вергеном. Вместе с моими товарищами. Если заберешься туда, дам тебе с собой мою форменную бобровую шапку. Там ее место. Ты видел поединок Зельдкерка и Вандергрифта? Издали. Я был тогда вон на том холме, а они подальше. О, холера, ведь когда-то поле было гладкое, как стол. Это был их 2-й поединок. Они в мирные годы уже сходились на турнире в Арт-Карайге. Тогда победил, мать твою, Зельдкерк. Домоправителю пришлось сдаться, у него меч сломался. После турнира он приказал выковать себе новое оружие. Работали над ним маги и лучшие мечники Каэдвена. Так вот и создали Лоатен. Если не ошибаюсь, это значит ненависть в старшей речи. Какой пафос. Говорят, сначала какой-то чародей замаговал меч и говорит Вандергрифту: «Этот клинок не сломается до тех пор, пока ты сам останешься несломленным». Фокусник получил 50 ударов кнутом и больше таких глупостей не сочинял. Ты знаешь, у кого сейчас меч Вандергрифта? Когда огонь поутих, на промысел вылезли мародеры. Нашли доспех Зельдкерка. Он каким-то чудом сохранился. Может, тоже был волшебный? Меч Вандергрифта пропал. Ребята в лагере говорят, что его носит убийца драконов. Но у ней там не спросишь. А у кого теперь доспехи Зельдкерка? Скользкое это дело. Есть такой Винсент Траут.
Мелкий дворяшка, в армии всю жизнь. Жадный пройдоха. Где его найти? В том-то и загвоздка. Детмальд хотел его арестовать. Нашли у него квадратную монету. Говорят, часть офицеров и дворян хотят прогнать черных. Не нравится им, как нильфы распоряжаются в лагере. И что король с ними заигрывает. Ну и взяли себе за знак эти монеты. Вот такие, сука, заговорщики. В любом случае, Винсент, четкий рубака, покалечил людей Детмальда, сбежал и залег на дно. А остальные с монетами так Детмальда боятся, что и дышат-то через раз. Спасибо, Зывик. Я хочу сыграть в кости. Так что, играем? Вот твой выигрыш. Ты его заслужил. Кто здесь еще играет? Думаю, мадам Кароль не откажется с тобой сыграть. Ведь вчера же ее тут видал. Я хочу запастись провизией. Ищи и обрящешь. Как сказал бы пророк Лебеда. Он был пастухом, знаешь ли. Знал толк в поисках. Ты читал добрую книгу. Это похвально. Может, дашь мне за это скидку? Нет. Пророк Лебеда поощряет скидки постоянным клиентам. Что-то я не припомню такого стиха. Это из устное предание. И если сосед предложит тебе ведро яблок в обмен на барана, возьми половину, ибо еще 10 придут к тебе. И 5 предложат тебе по 2 корзины за барана, которого алчит всякий. Истинный источник мудрости. Смотри, выбирай. Смотри. Добрый день. Легок на помине. Мне сказали, ты держишь ломбард, и у тебя есть книги. Соловья баснями не кормят. А вот о том, что ты разговариваешь поговорками, меня никто не предупреждал. Где хотение, там и умение. Так ты, что ли, поспорил с кем-то? И долго собираешься так говорить? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. А если проиграешь спор? Ворон ворону глаз не выклюет. Ну, удачи. Сделал дело, гуляй смело. Тогда держись. Покажешь мне свои товары? Книги и остальное, что есть. Не зная броду, несуйся в воду.
ясно дело. Вы не возражаете? А чего нет? Трус. В других местах тоже нечисть бывает. Где слизги, где утопцы, а у нас вот тролли. Местным они не мешают? Не строят мосты, плату за проезд не берут. А ведь стало же, кто ж туда поедет? Ты прекрасного принца тебе, когда не... Ты Лива? Если за мазью, вставай в очередь. Говорят, в прошлый поход Хенсельта ты тоже здесь была? Ну и что с того? У меня к тебе есть пара вопросов. Только быстрее. Этой мази жаждет половина Хенсельтова дворянства. Все от тоски по супругам начали писать кровью. Много солдат выжило в битве 3 года назад? Мало, очень мало. Остальные просто сгорели. Те, у кого были еще силы идти, несли тех, кто уже не мог стоять. Это было ужасно. Мы с девушками 3 дня перевязывали раненых. Знаешь, что это за башня? Раньше здесь была усадьба. Ее разграбили много лет назад. А башню с недавних пор зовут Башней Разврата. Мадам Кароль разбила под ней лагерь. Кажется, ущелья вокруг лагеря были кем-то сделаны, а не возникли сами собой. Это все чародейские дела. Огненные шары Сабрины изрыли землю на много миль вокруг. 3 года тому назад там жила семья знахаря Мальгета. Когда он помогал перевязывать раненых, кто-то убил его детей. Лекарь так и не смирился с утратой, бросился в реку с обрыва. Детей похоронили за домом. Могилы, наверное, еще там. Не буду тебе мешать. Лечи этих доблестных воинов. Ой, скукотища! Странная эта штука жизни. Здравствуй, бродяг, я тоже деньги беру. Сам себя трахает, голодрами. Я вижу, ты, наконец, решил расслабиться. Я никогда тебе этого не говорил, но у тебя очень нездоровый образ жизни. Ты уже говорил это 2 раз. Значит, надо было чаще повторять, чтобы подействовало. У них здесь отличные шлюхи. Может, в другой раз. Ты меня беспокоишь. Интересно, что Шиала делает в лагере Хенсельта? Забавно. Она тоже интересуется тем, что ты делаешь рядом с королем. С чего ты взял? Она спрашивала о тебе. И что ей было нужно? Понятия не имею. Я сразу понял, что она что-то разнюхивает. И сказал, что она ничего из меня не вытянет. И она перестала вытягивать. Видишь, какой я чуткий. Ты пытаешься соблазнить Бьянку? Ну, была такая мыслишка. С одной стороны, я еще никогда не трахал солдата, а с другой, бряцание меча в интимной обстановке отобьет охоту даже у самых стойких. А зачем ты спрашиваешь? Так, интересно. Ты слышал что-нибудь о Лето? Ну, говорят, он скрывается в ущельях, и он не один. Я знаю. Не понимаю, что ты так на него взъелся? Ну, сбежал себе и сбежал. Ты же не король, значит, тебе точно ничего не грозит. У меня нет желания объяснять всем вокруг, что я не убийца королей. Хенсель тебе поверил? Не до конца. И мне не нужна его милость. Ну вот достанешь ты Лето, и что потом? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Лагерь Хенсельта бурлит от сплетен о событиях 3-летней давности. Кто бы сомневался. Если чародейку сжигают на костре, сплетни потом рождаются, как бастарды у похотливого барона. Я понимаю, что для тебя чародейки — это приложение к ядреным сиськам. Но мне все-таки интересно, что ты думаешь о Сабрине? Они жалуются, что их не ценят, что их преследуют. Но я тебе скажу, Геральт,
Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Если бы они не мутили воду, их никто на кострах бы не сжигал. Они причитают, что на Танаде случились страшные вещи, что разрушен мировой порядок. А я вот спрашиваю, кто до этого довел, если не они сами и не их козни? Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Трис, Йеннифер, ну и жизнь у тебя. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт. Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они и так просто не сдадутся. Они живы. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Так, Хенсельд, с Шиллердом тебя и спросили. Надо как-то выразить наш протест. Они заплатили ведьмаку. Приветствую. Насадь им палатки. Ты, главное, из пьяных глаз не ошибись, куда ссышь. Прошу, прошу, ведьмак. Девочки, готовьтесь. Чего желает достойный кавалер? Я хочу сыграть в кости. Играем? Печалься. Не везет в игре, повезет в любви. Прошу, Я хочу сыграть в кости. Играем? Обобрал. А кого тут еще можно обобрать? Лесовик, помощник интенданта, иногда поигрывает в кости. Прошу, чего желает достойный кавалер? Мне нужно поговорить. Можно и поговорить, но стоить это будет столько же, сколько потрахаться. Идет. Ну, давай, спрашивай. Так что тебя интересует? Что интересного в лагере? Солдатня срет в портки перед битвой и на последние деньги хлещет водяру. Нет, чтоб дать заработать порядочным шлюхам. Это тебе, наверное, не интересно. Значит, в бой не рвутся. Может, сперва и рвались. Но чем мы дольше тут торчим, тем меньше у них запало. Воевать оно же как трахаться. Если на одно стоит, так и на другое встанет. Мне... Иди. Ну, так... Что ты думаешь о Хенсельте? А что бордель-мама может знать о короле? Хозяйки борделей и трактирщики знают все. Прежде он приходил к нам потрахаться. С солдатами братался. А теперь не тот стал. Теперь только благородных трахает, которые с духами да с шелками. Мне нужно поговорить. Идет. Но... Ты слышала про деву из Эйдирны? А кто про нее не слыхал? И что о ней думаешь?
Я-то думаю, что у недотраханной бабы все в голове путается. Ей не меч нужен, а мужик нормальный. Вот и был бы везде мир и покой. Дело. Вы не возражаете? А чего нет? Других... Они заплатили ведьмаку. Приходит и с феном поосторожней. Он тихо. А с ним вербовщики. Здравствуйте. Руки выше. Вот он, значит, свиной глаз. И пихает вам ведро. Куда? Вкусно себе говорю, засовывай. Свиной глаз. Вербовщики заходят. И мамаша опять говорит ему: сынок, вот пришли забрать тебя на войну. Как он спускает штаны, поворачивается к ним спиной, нагибается и говорит: я сам вижу. Ныряй! И что, не забрали его? Нет! Пришел шпионить за нами? На кого мне шпионить? На Хенсельта, на Детмальда. Говорят, они тебя наняли. Так случилось, что у нас есть кое-какие общие интересы. Не волнуйся, слежка за Вернаном Роше к ним не относится. В таком случае, что тебя сюда привело? Я вот думаю, что ты на самом деле здесь делаешь, Вернан? Для синих полосок всегда найдется какая-нибудь работа. Особенно в таком горячем месте. Я так понимаю, больше ты мне ничего не скажешь. Даже по знакомству. Я держу руку на пульсе. И не забываю, зачем мы сюда прибыли. За убийцей Фольтеста. Вот именно. Он прячется в норах, как крыса. И сдохнет, как крыса. Ты не знаешь, что творится по ту сторону призрачной битвы? Как обычно. Толпа краснолюдов, эльфов и крестьян пытается придумать, как спасти Айдирн. Саския необычная женщина. Но всего лишь женщина. Кстати, ты что, ее видел? О ней много говорят. Будь она простой девкой, она не собрала бы армию из людей, краснолюдов и эльфов. Ты не убедишь меня, что какая-то баба сможет победить Хенсельта. Не забывай, что Каэдвен сражается за лучшую жизнь, а Айдирн просто за жизнь. Мотивация – штука важная, только одним хотением военное искусство не победишь. Меня беспокоит только Тимерия, и для нее было бы хорошо, чтобы Хенсельт истощил свои силы здесь. А тебе не кажется, что одного Айдирна ему не хватит? Что, одолев Саскию, он двинется на запад? Всякое может быть, но, надеюсь, до этого не дойдет. Смотри, как бы Детмальд не разнюхал, что у тебя его шпион. Не бойся, не разнюхает. У Детмальда отличные информаторы. Арнольд, мужичок, которого мы взяли у Лореда, уже давно веселится на том свете. Он сказал что-нибудь интересное? Твердый попался орешек. Но после нескольких дней водных забав мы вытянули из него, что Хенсельт собирается сеять смуту приграничных городах. Хенсельт не глупый и не станет вести войну на два фронта. Этот ублюдочный Лореда должен был подбивать народ на измену. По счастью, ты попортил ему кишки. Не скучаешь по своему приятелю Йорвиту? Если будет на то воля богов, он мне еще попадется. Но мне любопытно, что сейчас делает этот мерзавец? Что слышно о старом добром Флотзаме? Благодаря нам, он по-прежнему старый добрый тимерский Флотзам. Если бы я не раскрыл заговор Лореда, сейчас там уже стоял бы каэдвенский гарнизон. Наместник Ян Наталис отправил во Флотзам нового коменданта. Будем надеяться, он не окажется очередной шлюхой. Что поделываешь, Вернан?
Ничего, о чем стоит говорить. Жду развития событий, как, впрочем, и все. Может, не ждать, а действовать? Мои люди прочесывают территорию в поисках Лето, а тот как сквозь землю провалился, и что мне делать? Расскажи лучше, что у тебя. Я не скучаю. Мне надо снять заклятие призрачной мглы, отвести проклятие Сабрины и выяснить, кто стоит за заговором против Хенсельта. Хенсельта? Никогда бы не подумал, что ты будешь так горячо его поддерживать. У нас случайно совпали интересы. А какой у тебя интерес в охоте на заговорщиков? Мне кажется, что все эти дела друг с другом связаны. И если я не разберусь с заговором, то никогда не сниму проклятие и не вспомню своего прошлого. А мне вот просто интересно, кто за всем этим стоит? Пока я только нашел место, где собираются заговорщики. Если хочешь узнать больше, пойдем со мной. Это совершенно невозможно. Капитан Тимерской армии не может вмешиваться во внутренние дела другой страны. А я думал, именно за это тебе и платят. В этот раз я правда не могу тебе помочь. В нашей марке перед войной бывало в реках. Днями забирали. Как-то прослышали про вербовщиков заранее. И половина мужиков... Фен, рожу закрывай! Без зубов же останешься! Кого я вижу? Того, кто беспокоится о вашей подготовке к рукопашному бою. Мы занимаемся каждый день по несколько часов. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Давай, Белый Волк, покажи нам свое мастерство. Какие правила? Петелячьи нежности девкам оставь. Правил нету, бьешь чем попало, как придется. Мы чему-нибудь научимся, ты чему-нибудь научишься. Завсегда мне в жизни пригодится. Ну так как? Попробуем? Почему бы и нет? Желающие есть? Я попробую. Посмотрим, так ли ты машешь руками, как языком. Ну покажи, чему тебя мой друг Вернон научил. Разойдись, дайте место! Но если на них вражеское кавалерия налетит, так хоть прыть поубавит. И начинается бой. Уж ближе подходи! Враг почти прорвался. Чую я, что Фен из этого боя мало что запомнит. У нас в загашнике еще кое-чего. А ты-то как? Почему бы и нет? Желающие есть? За мной попробуй. Давно хочу обучиться ведьмачьим приемам. Ну, покажи, чему тебя мой друг Вернон научил. Разойдись, дайте место! Шевелись! Ныряй! Ходи! Не спать! Слушай! Руки и давай лупить по врагу! Твоими глазами видел, ни одна стрела мимо не пролетела! Крестьяне-то были из-за моря! Шевелись! Ныряй! Ходи! Не спать! Все до единого! Ха! Молодой еще! Еще научится! У нас в загашнике еще кое-чего! А ты-то как? Почему бы и нет? Желающие есть? Ты, значит, всех чудищ в округе перебил и теперь взялся за моих людей? Вот хотел поглядеть, как ты их выучил. И как? Странно, как они у тебя на ногах-то держатся. Ленивые свиньи, он вас как щенков швыряет. Может, со мной поборешься? Ну, покажи, на что ты способен, мой полосатый друг. Ты выиграл. Меня будто конь легнул. Стоило получить от тебя по морде, ведьмак. Глядишь, научусь чему. Тебе полагается кое-что на память. Мне не нужна плата.
Это не плата, а благодарность. Давно мы по свету болтаемся, разных железяк у нас предостаточно. Подыщи себе что-нибудь. Возьми, пускай тебе служит. До скорого свидания. Ведьмак, не так быстро! Теперь ты встретишься со мной! Шпион! Будь по-твоему. Это как понимать, мать вашу? Да это мы так, для сноровки. Для сноровки сейчас в наряд пойдешь. Ты у меня столовую голой жопой будешь драить. Живо в лагерь! Так точно! И вот еще что. Не ищи квадратных монет. Все равно ничего не найдешь, а потерять можешь. Голову, к примеру. Будь здоров. Мы получили приказ выступать. Приветствую, Геральт, под этой скромной чужой крышей. Здорово. Сердце радуется, когда из моря чужих рож выплывает старая знакомая харя. Похоже, в компании Вернона и его людей тебе было поспокойнее. В лагере Хенсельта солдатня смотрит на меня, как на протухший окорок. Думают, что ты шпион? А хер его знает, что они там себе думают. Но знаешь, что я тебе скажу? Я жалею, что я не шпион. Я вообще чувствую себя здесь, как последний хер моржовый. Совсем рядом мои побратимы уже точат топоры. Только и ждут, пока мгла рассеется, чтобы затупить их акаидвенские загривки. А я что? Ты крутишься то тут, то там. Может, слышал что-нибудь об убийце королей? Я слыхал, только Хенсельт наложил в портки со страху от того, что его башка может с шеей разлучиться. По-моему, убийца где-то в ущельях. Подходящее место для таких, как он. Я все время думаю, на кой тебе сдался этот убийца, что ты из-за него шею подставляешь? Потому что я не виновен. Умные это знают. А глупых ты не слушай. Пока Лето на свободе, меня всегда будут подозревать. Невиновность можно доказать, представив виновного. Не иначе. Что ты сделаешь, когда его достанешь? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Отдохнул немного после корабля? Не напоминай мне про эти качели. У меня от одной мысли о них комок к горлу подкатывает. Так шел бы пешком. Знал бы, что меня 4 дня будет так швырять, так бы и сделал. А если бы мне сказали, что я 3 раза в день буду жрать соленую рыбу, сам бы себя молотом пришиб. Ты целыми днями сидишь в лагере Роше. Сдружился с ним? Сдружился? Сильно сказано. Но бесит он меня поменьше. Или он изменился, или я привык. Или то, и другое. А может и так. Потом в лагере Роше есть и другие плюсы. Его люди меньше передергивают в карты. Ну и сиськи есть, на которые взглянуть приятно. Если дело в этом, то в лагере Хенсельта есть бордель. Сравнил тоже сиськи этих потаскух с богатством Бьянки. И потом те купить можно, а на эти только смотреть да облизываться. Она подходит к нему и говорит: ты обещал вернуть? Да, никогда не будет врать своей девушке. Ну и как? Здравствуй, Геральт. Здравствуй, Бьянка. Как дела у синих полосок? Как всегда, расслабляться не приходится. Хенсельт считает, что с лету возьмет Верген.
Регулярная армия всегда побеждает ополченцев. Я это знаю. Хенсельд это знает. Непонятно только, о чем думает Саския. Может, она скорее умрет, чем сдастся. Или Хенсельда ждет сюрприз. Все может быть. Хенсельд тоже своих планов не раскрывает. Тогда почему вы не встали в лагере каэдвенцев? Чем ближе к источнику, тем вернее слухи. Хенсельд нам не доверяет, и я могу его понять. Если бы не мгла, мы бы отошли еще дальше к югу. Мы потеряли след. Мы сюда не просто так пришли. Если нет следов, убийцы где-то рядом. Я вижу два варианта. Хенсельд сам их нанял, или он станет следующей целью. Это мы скоро узнаем. Ты думаешь, Хенсельд может стоять за покушениями? Почему нет? Речь же идет о долине Понтера. Тимери, Каэдвен и Айдирн грызутся за нее десятилетиями. Только теперь ни в Тимери, ни в Айдирне нет короля. Хенсельд может воспользоваться смертью Фольтеста и Димовенда, это правда. Но подсылать наемных убийц не в его стиле. Пожалуй. Король Каэдвена любит воевать по-настоящему. Достаточно посмотреть, что творится вокруг. Но, может, на это и расчет? Когда из кладовки пропадает сыр, никто не станет винить кота. Ага. Через 2 года. Весь в шрамах, без 3 пальцев. Приветствую! Я Рудик из Петора, что в Темерии, в землях Лава... Беглый, значит? А я из Панглиан. Не знаю. Жители других стран пришли к нам с мыром, их надо бы обняться.